Хей-хоу, ребятки! Всем привет! С вами Борода, это DS Invasion, и мы отправляемся сегодня на Boss Challenge. Давайте посмотрим, что нас там ждет. Не знаю, как вам, но мне очень интересно, я хочу попытаться его выполнить. Так, для условия мы выберем... Старт, поехали. Мне, по-моему, там писали, что у меня недостаточно хорошая пушка. Охренеть! О май гад! О, черт возьми, боже мой. Он слишком хардовый, мне кажется. Он слишком хард для меня, ребятки. Я не верю, что я с ним справлюсь. Вы только посмотрите на то, что он делает. А, он попал по мне. Я попытаюсь собрать как можно больше опыта. Как можно больше плюшек. Покупаем хилы, тратим все хилы, что у меня были. Так, уворачиваемся. Если он хоть раз ускорится, мне жопа. Я просто не смогу уйти от атаки ускоренной. Боже мой, какой же он большой. Как его вообще можно убить? Это нереально. Он ускоряется. Так, нет, он вертуху какую-то бросает. Черт возьми. У меня просто больше не осталось хилов. Я понятия не имею, что мне теперь делать. Каждый раз он использует какие-то новые хилы. Я подошел слишком близко. Черт возьми. Боже мой, это дерьмово. Еще раз, и я умираю. Все, у меня больше нету аптечек. У меня больше нету шансов выжить, мне кажется. Так, я пытаюсь собрать как можно больше плюшек. И умираю. Это нереально жестко. Охренеть. Как часто сюда можно возвращаться? Я не знаю, много мы собрали или мало. Но мне нужно сильнее улучшить пушку. Обалдеть. Как часто я могу туда возвращаться? Кто знает. Я могу вновь туда зайти? Странно. А в чем подвох? Давайте улучшим пушку и вернемся туда снова. Почему нет? Мне, в принципе, все устраивает. Так, выполнена ачивочка. Хорошо. Так, здесь тоже выполнено. Хорошо, и здесь выполнено тоже. Так, знаете, что меня интересует? А можем ли мы зашопить себе хилов? Так, хорошо. $1000 стоит. Блин, дорого. Одна аптечка $1000. Я под сомнением, не знаю. Так, Пинентер. Давайте посмотрим. Давайте улучшим. Так, хорошо. На один раз мне хватило улучшения. Совершенно мало. Так, здесь 104. 104 надо для первого уровня приобретения. Это все очень дорого. Так, мы улучшаем пушку и возвращаемся вновь. Так, ну что, друзья, я улучшил пушку максимально, потратил все свои деньги, поднял до 250 дамага и остался с $76 в кармане. На самом деле ужасно. Я надеюсь, что этот челлендж того стоил, друзья, вот честно. Фух, пожелайте мне удачи. Поехали. 250 единиц, я не знаю, может ли быть лучше, честно вам скажу, но я сделал максимум. Изменится ли что-то в этот раз? Давайте посмотрим. Пока не буду подходить, буду держать дистанцию. Так, он ускоряется, что ли? Пожалуйста, нет. Ну, от этого нереально увернуться. У меня только одна аптечка, которую я использую прямо сейчас. Потому что, ну, как бы, я не готов умирать прямо сейчас. Это очень будет зашкварно. Поэтому будем держаться расстояния. Стрелять ему исключительно в башку и надеяться на то, что у нас все получится. Мы же с вами молодцы, правильно? Мы же с вами не зря потеем. Мы потратили все деньги, которые у нас были, на то, чтобы улучшить УЗИ. Я попытаюсь его завалить для вас, ребят. На самом-то деле, я уже сомневаюсь в том, что это реально. Чем больше я тут нахожусь, тем больше я сомневаюсь. Вообще, мне кажется, что мне нужно продержаться минуту тут, потому что идет обратный отсчет, и я надеюсь, что это так. Правда, у меня все-таки недостаточно хилов, и даже если это так, возможно, у меня нету шансов. Если бы была у меня аптечка какая-то еще дополнительно, то, мне кажется, у меня был бы шанс, и я бы смог. А пока что, мне кажется, это просто нереально. Так, я пытаюсь отдаляться, но также я вижу, что мне нужно будет сближаться, иначе я просто не увернусь от его скилла из-за того, что чем дальше, тем больше размах у него. Ну, вы сами, в принципе, это должны видеть и наблюдать. Сейчас он ускорится, ударит меня. От его ускорения увернуться нереально. Я это уже понял. Это гребаный чит с их стороны.
Это довольно-таки нечестно, но мне осталось продержаться всего 14 секунд. Я надеюсь, мне удастся это сделать. Боже, нет! Нет, 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 нет! Но почему? Там же было всего 10 секунд. Была бы еще одна аптечка, я бы смог это сделать. Но, увы, друзья, я потерпел поражение. Мне очень жаль, что я вас подвел. Я сделал все, что смог. Я не получил никакого бонуса, потратил все деньги. Но зато мы испытали челлендж с боссом. Всем спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Пока-пока.